Мария, скажите, а вы ожидали атак беспилотниками? Ведь до этого вот, ну, были, да, постоянные такие, скажем так, атаки и в Подмосковье, и в Москве, и даже в Кремль прилетало, и в Кремле объявили в этом Соединенные Штаты. Нет, но что будет атаковать сам купол его Кремля, конечно, мало, я думаю, мало кто ожидал. Тем более, это же была игра, как фейерверк. Если бы действительно Запад хотел атаковать, во-первых, по многим причинам, это не была бы такая игрушечная молния, которая сверкнула над куполом, а это была бы бомба, дай бог, каждому. Он бы достал бы его, где бы он ни был. Это раз. Во-вторых, я напомню вам, Байден постоянно говорит, мы не намерены эскалировать обстановку, нагнетать отношения между Россией и Америкой с тем, чтобы они столкнулись как две ядерные державы друг с другом. Это правда. Это, об этом говорит его помощь Украине. Он, видите, продолжает очень дозированно оказывать помощь Украине. И вот эти атаки каждый день на Киев, на Одессу, допустим, на Запорожье, на Николаев, на Днепр, все это говорит о том, что по сей день Америка не дала в нужном количестве тех систем противовоздушной обороны, в которых Украина остро нуждается. Вот сегодня будь они, те же, например, патриоты в нужном количестве, или нисамцы в нужном количестве, сегодня тех трагедий, которые мы видим на украинской, многострадальной украинской земле, мы бы не видели. Это, я считаю, это колоссальный недочет, это провал байденовской администрации по оказанию помощи Украине. Сегодня нам тоже отступать некуда. Мы решились оказывать помощь Украине. Так, если мы решились, надо оказывать. И чем быстрее, тем лучше. Это дешевле нам, налогоплательщикам, бы обходилось. Вот это самое главное. И вот раз мы... Вот, слава богу, вот мы сейчас будем свидетелями очередного саммита 19 числа G7 в Хиросиме. Там, я уверен, опять-таки во главе угла обсуждений, что делать, чем заниматься, это только Украина. Только Украина. И слава богу, что азиатские страны, такие как высокоразвитые, как Япония, Южная Корея, тоже уже все больше и больше подключаются к оказанию помощи Украине, не называя вслух те виды вооружений, которые они будут поставлять. Но опять-таки обидно. Вы посмотрите, вот сегодняшнее его выступление, этого путинское, оно говорит о том, что ни о каких разговорах о том, чтобы посадить за стол переговоров или вынудить Зеленского сесть за стол переговоров и как-то договариваться, не должно быть и речи. Я почему об этом говорю? Потому что в последнее время вновь стали нарастать вот эти разговоры миротворцев, в кавычках, зараженных вот этим вирусом Макрона, о том, что если мы будем оказывать помощь Украине, то только один раз. Вот пусть она пойдет, контрнаступление, сможет одолеть, сможет выдворить этих варваров за границей 91 года. Честь ей и хвала. Если нет, все, больше оказывать помощь не нужно. Это, конечно, абсурд. Почему? Да потому что Путин все еще силен, у него еще достаточно видов вооружений, не будем говорить о качестве, но оно еще достаточно у него. У него достаточно еще живой силы, которой он готов жертвовать ежеминутно, ему наплевать, что умирают тысячи его солдат. Понимаете, вот это вот. Но нам не наплевать, поэтому нам дорога жизнь каждого украинского солдата, каждого гражданина Украины, который погибает ежедневно. Поэтому сегодня, как никогда, надо все-таки отбросить всякие оговорки, всякие надежды и оказывать помощь Украине. Причем вот это вот расчет на то, что будет достаточно одноразовой атаки, нет в этом никакого основания рассчитывать на это, хотя потому что Путин изрешетил Крым вот этими окопами, противотанковыми редутами, там, знаете, бронированными такими сооружениями железобетонными, которые не так просто одолеть. И за один раз навряд ли это удастся сделать. Поэтому предстоит как минимум 2-3 атаки,
которые требуют, конечно же, постоянного пополнения новых видов вооружений, в чем Украина остро нуждается. Вот это стоит сегодня перед администрацией Байдена. И я напомню вам еще раз выступление генерала Ковали, который недавно выступал в Конгрессе. Это представитель Пентагона в Европе, который говорил о том, что не надо еще недооценивать Путина. У него еще полно живой силы, у него есть еще оружие старого советского образца. И вот не случайно сегодня вот на параде, вы обратили, наверное, многие обратили внимание, был один единственный танк. А где же эти почему? Знаменитые самраты? А у него нет больше их. У него больше нет. Это бутафории уже мало кто верит. Понимаете? Нет у него просто. Вот. И поэтому сегодня вот эта скудная демонстрация того, что у него есть, она как раз говорит о том, что дела у него плохи, и это сигнал нам. Нам бы этим воспользоваться. Это он сегодня демонстративно показал, что у него нет того запаса, того потенциала, которым он хвастался все предыдущие годы 9 мая. Сегодня уже того пыла, той энергии, того азарта у него нет. И это вот пустословие, те же угрозы, те же пустословие, которым он обрабатывает мозги своего обывателя тем, что он на него именно напал Запад, обратите внимание, не он агрессор, а вот именно Запад агрессор. Вы понимаете, это все уже не работает, это набило оскомину. И те эти гости, так называемые, которые прибыли сегодня, вот 7 представителей зарубежных стран, они не вызывают ничего, кроме жалости, конечно. И у всех возникает вопрос, а все-таки чем вызван их приезд? На мой взгляд, он очевиден. Мое первое убеждение в том, что это сигнал Западу, что эти страны бывшего Советского Союза все еще не воодушевлены готовностью Запада добить Путина. Они продолжают помогать Украине, они имеют в виду Запад, продолжают еще оказывать помощь Украине по чайной ложечке. И война может еще затянуться. И поэтому, учитывая, что эти страны еще хоть в какой-то степени зависят от России, в экономическом смысле больше всего, они вот все-таки приехали. Хотя... Вид был другой у них, вы обратите внимание. Даже вот эти ленточки, как так называемые, они не были на лацкане и у президента Узбекистана. Пашинян и Токаев, да. Пашинян, да, не были. Это говорит о многом. То есть видно было, что они буквально из-под палки появились там. Почему? Да потому что они все еще в значительной степени зависят экономически от России. Это факт. Он работает. С другой стороны, как я уже сказал, они не уверены, что Путин будет уничтожен в ближайшее время. Они все еще думают, что война затянется, она будет тянуться, следом Путин будет еще сидеть в своем кресле, и это будет еще влиять и на их положение в их республиках. Каждый из них в своем образе диктатор, что там говорить. Он, например, шантажирует того же Рахмона, президента Таджикистана, или того же Мирзияева, президента Узбекистана, тем, что он может в течение нескольких суток вышвырнуть, как он говорит, этих нелегалов или иммигрантов из этих республик. Из каждой из них по 2-3 миллиона сегодня в России. Они зарабатывают, они посылают деньги. И вот он шантажирует тем, что он может их выдворить два счета, и тогда они могут такое устроить бучу в их республиках, что они будут скинуты в течение нескольких дней, эти местные короли. Понимаете, вот это есть. Поэтому он их держит в заложниках. Вот это один из факторов, который все еще связывает эти республики, азиатские республики, с Путиным. И честь и хвала Ильхаму Алиеву. Он плевать хотел, он взял и не приехал. Ему это не нужно.
он не зависит от Путина, так как эти республики зависят. Вот. И вопрос Нагорного Карабаха он решает сам самостоятельно. Благо, у него есть надежный друг Турция, понимаете, которая более независимо ведет по отношению к Путину, чем другие страны. Поэтому в этом отношении вот такая вот картинка вырисовывается сегодня, глядя на вот это бутафорское шоу, которое Путин очередной раз устроил. И прямо надо сказать, вот вспоминая и сравнивая вот то сегодня, что произошло на Красной площади с теми показными демонстративными парадами, которые были прошлые годы, сегодня ярко, четко бросается в глаза, что издыхает Россия. Сегодня она на последнем дыхании. Путин особенно. И не пройдет еще несколько месяцев, как мы будем с вами праздновать победу Украины, и этот режим рухнет. Я в этом ничуть не сомневаюсь.